Университетскую провела бок о бок. И сейчас она тоже, ой, мы с ней только что спустились с высоты храма Христа Спасителя, она приехала, мы с ней, я благодаря нее только туда заползла наверх. Знаете, благодаря мне она заползла вообще вот сюда. Я это сказала, зачем ты это повторяешь? Я уточняю. Нет, это, конечно, удивительное счастье, потому что я первый год не набрала на это самое, на факультет одного балла. И сдала в Плехановске, но на смысле три экзамена сдала в Плехановске, но на последний просто не пошла, значит, меня родители заставили все-таки куда пойти учиться. Я сказала, что я завалила экзамен в Плехановске. И на следующий год уже пошла поступила в университет. Вот. И, ну, да, продолжаю. Что нам дает факультет? Вот Саушкин. Я закончила кафедру экономической географии, и он, когда у нас первый раз появился, он сказал, мы пришли сюда не для знаний, это невозможно. Мы даем вам только ключи, чтобы вы умели сами их. И так оно и есть. Да. Дай Бог здоровья всем нашим преподавателям. К сожалению, думать учили, да? Уже ушли. Да. Я хочу сказать, что образование настолько универсальное, я практически работала первые годы по своей специальности, экономической географии. Занималась поиском наиболее благоприятных площадок для размещения промышленных предприятий до тех пор, пока у нас существовало в Советском Союзе промышленное строительство. Я въехала из объединенный Советский Союз. Ну, самые потрясающие воспоминания, удивления о людях, СОПС, Институт географии, все. И вдруг это все начало заканчиваться. Кончилось промышленное строительство. Что мне делать с моим географическим образованием? И человек, у которого я работала в проектном институте, он был главным архитектором Волжского автозавода, вдруг он ушел в банк, в стройбанк. И 7 лет она у меня, чтобы я ушла за ним. Я говорила, я и банк, это невозможно. Я геолог, говорила. После того, как все умерло, я пошла туда. И вот удивительная специфика географического факультета. Да, и там я смогла реализоваться. Я опять же заключала связи с банками разных стран, зная их специфику, их особенности, то, чем мы предлагали им то, что могла им дать сначала Советский Союз, потом Россия. Успешно проработала. И этот ведущий банк приказал долго жить, как 90-е годы. Мне ужасно было, страшно, вот, я была уже в учебном департаменте, да. Кто меня возьмет? И нашелся мой брат, по-моему, разместил, я даже не печатала этих самых объявлений, полностью. Мой брат разместил где-то мое резюме. И мне позвонили из среднего частного банка. И предложили, я приехала и сказала, что вот это. Второй коллега, он тоже из большого крупного банка. Мы стали так друг другу спиной, но вот и у него было аналогичное образование. И вот мы в этом маленьком банке с нуля создали для них новое направление работы. Я вот после проработок там два года, полтора года, это все. Мы этому банку уже ничего не дошли. То, что мы заработали для них, уже покрыло наши зарплаты. И это, я говорю, это только благодаря тому, что географический факультет научил нас выходить на любого человека, общаться. Я же помню, представляете, вот нас, мы экономики долго, нас забросили на рудник Раскупчок. Меня бросили Раскупчок, да, и перевели. И меня отправили к главному геологу. Я спрашиваю, что ты, я пришла к нему за проблемами. Что экономическая география может помочь решать проблему. Ты что там не пришла? У меня единственная баба вчера ушла в дебилет. Дай сюда. Я говорю, ну у вас же какие-то существуют проблемы. Он говорит, ну какие проблемы? У нас апатия, пластыка, а 90 сантиметров. 6 метров. А мне не разрешили.
совершает 97 дней заваривания, мы начинаем разрабатывать только мощные классы, а эти уже никогда. Собрание по окончании практики. Крупина. Понимаете, с руководством этого самого апатита, рудника апатита. Также вот так вот. Вы заставляете наваривать мелкие пласты туда-сюда. Ольга Эдуардовна будет, она ползет под стол, потому что, ну, вот, это то, чему нас научил диагностический факультет. Вот честно подходить к проблеме. И когда вот и это рухнуло, вот, я говорю, что я на последнем семестре работы совершенно в другой области реализовалась. Но вот благодаря умению общаться вот с главным биологом родника Ростовчёрным, я могла позвонить в Таджикистан, говорить совершенно по определенному, позвонить в Израиль, разговаривать совершенно уже по-другому, позвонить в Америку, написать в 6 часов с Камчатки поговорить и до 9 вечера сидеть на работе, чтобы звонить в Америку, когда мы там начали работать. И это все благодаря географическому факультету. Низкий поклон. Вот низкий поклон вот всем, кто вот создал эту школу. И вот мы смогли реализовать и выжить вот в эти самые страшные годы. И я вот ушла с работы, я полностью осознала, последние 15 лет я работала по 11 часов в день, и я получала тайм. Потом ушла, потому что не любил, не любил. Молодец!